дорогие друзья, подписчики моего канала. Получила я посылочку. Посылка пришла из Алматы. И пришла от Елены. От Елены я уже получала посылочки. Это у меня уже вторая. Так. Еще пакет. Пенопласт. Вы догадались? Это у меня БМРочка. Блин, коробочку помяли. Жалко. Ну ладно, в коробке она у меня не будет храниться. Красота какая! Она... Так. Так, она... Она так не вынимается. Куклу в коробке хранить я не буду. Не вижу смысла. Так. Свободили. Они тебя запаковали. И осталось освободить ей ноги. Так. Красавица какая. БМРчика. Это моя самая первая БМРка. Очень красивая. А у меня тут плечи такие. Интересно. Странно. Что это? Что это за пластмасса? Как-то странно у нее тут сделано плечи отдельно. Ну, пиджачок я снимать не буду. Единственное, я сделаю вот так. Чтобы у нее нужно было двигать. Руками. Ногти накрашены. Так, давайте мы освободим подставочку. В коробке я хранить ее не буду. Так. Подставка у нас стоит. Держатель. Вот так. Это странно оно висит. Не стоит, а висит. Подставка для... Сейчас я вам покажу. Так, я ее установила. Но у меня на воздухе. Очень странно. Пыталась ее поставить. Она все равно на воздухе висит. Короче, подставка сильно тугая. Вот это вот вниз не отпускается. Боюсь ее сломать. В общем, кукла отпад. Афроамериканочка, просто красоточка. На сережечках БМР 1959 год. Вот такая вот она, крутяцкая девчонка, очень красивая. Мне она нравится, моя хотелка. Это маленькая, печать у нее ровная. Губки тоже ровно все сделано. Мне нравится. Очень красивая девчонка.
Вот такая красотка. Такая вот красотка. Пишите в комментариях, как вам такое чудо. Нравятся ли вам подобные девчонки? А девчонки шоколадки вкусные и красивые. Всем пока. До новых встреч на моем канале. А мы будем продолжать для вас снимать видео.